Некоторые замечания по технике исполнения. Итак, вначале мы держим не перед собой, а поднимаем. Так, чтобы желательно параллельно было полу. И двигаем здесь. Потом мельница. Не одна опустилась, вторая, а именно смена. Следующим то же самое. Опять окошко. Сбоку грузим мельницы. Среднюю дельту. Опять окошко и взрывное действие, то есть разбрасываемся. Руки подняты. При этом важно не отклоняться назад, для того, чтобы компенсировать вес. Тогда вы рискуете травмировать поясничный отдел. Раз и навсегда. Более-менее наклон вперед. Не гонитесь за весом. Делайте правильно технику. Подняли. Перед собой. Передняя дельта работает. Статодинамическая нагрузка на все дельты. Средняя дельта. Статодинамика. И взрывное действие, чтобы не закисать. То есть в конце мы разбрасываемся. Это обязательно.